Так, что у нас здесь? Так, я сейчас посмотрю, нам главное, чтобы далеко не уйти. Вдруг мы сейчас улетим куда-нибудь. Это будет неправильно. Так, ладно, все нормально. То есть нам все равно это все потом пригодится. Значит, совсем мы отсюда не уходим. Так, что у нас здесь? Запустить лифт надо. Так, и как это нам расставить? Подсказки нету. А, вот здесь у нас есть две снизу красные, две сверху. Так, а еще что-нибудь посмотреть. Это что у нас? Молодец какой. Так, а, это мы вниз катимся. Хорошо. А там, наверное, надо потом будет переключить что-то наверх. Так, окошко. Это наша Берта. Так, в общем, ее заставили готовить. А, мы теперь за нее играем. Так, что, и что надо тобой сделать? Так, кукуруза. Масло. Туда кукурузу кинуть? Нет. Значит, эта штука, наверное, упадет. Да. Какой-то крюк. Так, а еще? Вроде пока все. То есть потом, наверное, еще масло можем набрать здесь как-то. Пока вроде как все. Так, а зачем нам это нужно? Понятно. То есть на это надо залезть. Так, что дальше? Там же явно чего-то не хватает. Ага. Допустим. Так, а куда это нам делать? Так, ему мы тоже не отдадим. Так. Пока как-то непонятно, зачем мы это сделали. Так, может попробовать дальше вниз? Не работает. Так, а может... А, надо отдать. Нет. Ничего больше отдавать не надо. Так, попробуем их вниз сместить. Получится.
А кнопка не работает. Это, наверное, вниз, наверное, все-таки. Надо их менять теперь. Опять. Эй. Зря я нажал. Так, придется по новой все это прокручивать. Я думал, это запустить. Это просто сбросить. Какой-то рычаг. Так, нет, не хочется нажимать на центр. Так, ладно, подсказка. Что-то мы еще не доделали. Надо вот эту батарею. Я так понимаю, это как морозильное что-то было. А, ее надо отогреть. Получился шланг. Хоть и странно это все выглядит. Ну да ладно. Так, ну все получается. Пока. Теперь можно, наверное, спуститься дальше вниз. Так, нет, нажимать мы ничего не будем. Завести надо. А теперь вниз. Или вверх? Вверх можно. А, вниз. Вниз больше нельзя. А вот здесь нам надо наверх. Так, это нам надо как-то отключить. Так, 2, А, Б, Си. Что это значит? А, то есть мне надо что выбрать? Это как вопрос мне задают, что ли? Кто будет? Вот это будет. Все понятно. Так, 2, 2. Так, ну здесь не очень понятно. Это с этим совместить. Ну, по идее. Смотря куда он. Влево, вправо. Вот это, наверное, получится. Так, крутиться. Третье. Так, ну ты что-то не перестал крутиться. Так, опять то же самое. Нет, здесь немножко по-другому. Здесь у нас первое, по-моему, получается. Это немножко налево, если покрутить. А это сюда направо. Так, ну здесь, наверное, идет какой-то фотосинтез. Они должны соединяться. Вот цвет. Вряд ли, но может быть. Да, все-таки меняет цвет. Так, здесь у нас что? Черный, синим. Ну, может быть, черный будет.
первый, наверное. Нет, ошибся. Так, точки должны остаться кругляшки. Наверное, первая. Нет. Здесь что-то другое стало. Так, здесь равно, кстати, здесь не плюс, просто равно. Здесь какая разница, видимо, между ними? А, это равно, это вот это получается равно, если это соединить с чем? Да, понятно, я по-другому. Я думал, как вначале был просто плюсик, то должно получиться. Так, ну значит, нам сюда что надо добавить? Красные точки должны остаться, соответственно, третья. Так, а здесь вправо, вправо. Здесь какая-то закономерность, наверное, должна быть. Она это повернута. Просто крутится вправо. Следующее должно быть, сверху должна быть единичка. Первая. Так, в эту сторону крутится. Красная. Желтая, синяя. Вот на Б похоже. Так, ты долго будешь меня так мучить? Так, влево. 1, 2, 3, 4. По идее, их должно быть 4. Здесь их 5. Вот это, наверное. Так, равно. В смысле, равно. Понятно, почему равно. Ну, в принципе, вот, ну, то есть такая же должна быть. Но если вот это сюда перевернуть. А вот Б. Он начинает медленнее крутиться. Так, это что-то типа такого же. Так, ну, допустим, у нас... Это... Так, наверное, Б. Что-то непонятно. Вроде мы как все правильно, а в итоге ничего не происходит. Не так-то. Может, прям все-все-все надо решить. Опять начинает по полной крутить. Оранжевый. Вроде даже первый раз-то все угадали, и ничего не произошло. Так, здесь что-то сложное. Тени с красным, наверное, должен быть. Ну, все угадали, и ничего не происходит. Ничего не происходит, хотя мы все только что все три угадали. Пойду. Так, здесь что у нас? Может, наоборот? Серьезно? Наоборот, его разозлить надо? Забавно. Я-то думал. Начинает рушиться. Так, вот это неправильно. Да, думаю, что надо делать так, а в итоге все наоборот. Всего надо было разозлить. Но если бы не подсказка, я бы, наверное, пошел смотреть прохождение. Я даже не думал, что надо отвечать неправильно. Сохранить. Так, что у нас здесь?
2-1. По-моему, это пока рановато сюда. Что? Это все надо пройти. Так, понятно. Еще надо начальную точку выбрать самому. Наверное, отсюда. Наверное, нет. Так, хорошо. Вот так вот должно пройти. Так, а здесь у нас что? Если мы отсюда начнем, вниз не прокатит, вверх не прокатит. Нет. Тоже не то. Так, отсюда, по-моему, надо вот так вот. Да, все-таки отсюда. Только наверх, влево, вниз, вправо, вверх, влево, вверх, вправо, вниз. Непонятно, зачем я это делаю сейчас. А, вот какое-то излучение пошло. Так, а можно это убрать? Нет. Сначала посмотрим, что вообще мы здесь можем еще поделать. Палочку-то взяли. Поживить растение, что ли? Ладно, это, наверное, потом. Ладно, сделаем тогда это. Сначала это. Два провода у нас идут сюда. Проектор это должен заработать. Ну и это. Это уже, по идее, должно работать. Отлично. Ладно, делаем правую. Что у нас здесь? Не прокатит. Куда отсюда надо начинать? Нет. Вот отсюда надо начинать. Так, здесь наверх нет. Тоже не катит, наверное, отсюда откуда-то. Здесь мы наверх. Нет, наверное, заканчиваться здесь должно. Прется. Тоже не то. Здесь как-то не очень. Совсем не очень. Так, ну, примерно как-то вот здесь что-то надо решить. А вот, наверное, отсюда наверх, влево, вниз, вправо, вверх, вправо, вниз. Вот как-то так. Так, третья. Здесь вообще надо где-нибудь с центра надо начинать. Отсюда, походу. Нет. Отсюда тоже не прокатится. Так, ну, возможно, все-таки отсюда. Я наверх смотрел. Наверх не получается. Так, если вниз, тоже не получится. Так, если отсюда вниз пойти.
здесь не получится. Плохо. Так, ну все-таки я думаю, с центра должно где-то начинаться. Если мы здесь пройдем наверх, направо. Вот здесь у нас все путается. Так, если отсюда, тоже будет плохо. Так, ну последняя, походу, да, самая такая сложная. Найти правильную точку. Тоже не получится. Здесь плохо. А вот с этой точки вниз. Отлично. Я думал отсюда. Пока это, видимо, надо закинуть, наверное, так, первое. Кнопку надо было нажать. А, здесь надо что-то еще. Что-то нужно еще. Так, ладно, поднимемся наверх. Чем мы это делали? Так, ладно, спускаемся. Может, надо еще раз нажать? Еще больше вырастет что-то. Не работает. Так, видимо, значит, надо вот здесь что-то решать. Так, а здесь надо знать правильную комбинацию. Где правильная комбинация? Она краски вот здесь должна показана быть. Сказку, что нам говорят, растение, лупа нужна. Так, сюда что ли растение посадить? А это же можно, наверное, толкнуть в другую сторону. Может, что-то вырастет. А, все-таки надо посадить. Так, подсолнух. Еще раз. Так, ну теперь, наверное, наверх надо и забрать этой палочкой. Нет.
Понятно. Семена. Сюда? Нет, не годится. Так, ну забрать-то нельзя. Там же просили нас подсолнечное масло. Так, ладно, лупа, где у нас? Где-то здесь, может быть, она? Этому, может, семечек надо дать. Кому? Ну, понятно. Может, мы что-то еще не нашли. А может, это еще надо оживить? Может, они расцветут? Пробуем на все деревья. Так, а сейчас если расцветут, будет, конечно, плохо. Здоровье будет. Зато это, наверное, откроется, там краски будет лупа, нужная нам. Туда мы сувать не будем. Мы туда должны засыпать семечку. Нет? Палкой? А, вот так вот. Теперь лезь. Понятно, лупу нашли. Так, у нас второе. Понятно, то есть вот это. И зачем нам это? Может, про семена нам говорили. Ладно, в общем, наверное, второе нам не нужна. Там, наверное, нужна первая, там будет как раз-таки вот от двери. Нет, жук какой-то. А, там же можно листать. Забыл про пульт управления. Вот у нас это, наверное, нужное нам. Так, хорошо, грубо говоря, треугольник по бокам. Так, ну второй посмотрим, что там у нас было. Тоже, наверное, вряд ли нам нужно. Ладно. Вот мы узнали. А какой-то охранник. Ребенку, что ли? Пока ничего не делает. Ладно, поговорим. Так, я не очень хочу спрыгнуть. Зачем мы сюда забирались-то? Семечки кому-то отдать. Что-то здесь надо сделать. Возможно. А, все понятно, перемалывает пимочки наверх. Теперь все понятно. Мы такой путь проделали только ради этого.
Оно еще Берти помогли. Точнее, она нам помогла. Вот и вообще ничего не сделали. Так, нет, наверх. Посмотрим, чем он нам может помочь. А он, наверное, монетки нам даст. Скорее всего. Так, билет в игровые автоматы. Так, мы и это заберем. Эту повязку. Туда тогда, игровые автоматы. Ну, вот здесь монетку надо будет. А мы, наверное, там сейчас выберем монетку, потом ее сюда опустим, получим батарейку. Батарейку уже не знаю, куда девать. Так, третий, наверное, не работает. Второй не работает. Тоже. Так, больше тут вроде ничего нету. Ладно, видимо, надо зарядить автоматы. А, ну здесь мы переключаем. Так, первый заработал. Значит, нам надо пройти сначала первую игру, потом вторую, потом третью. Пробел. Очков $1. А нам надо 3. Нет, $3 зачем? $3. Так, чуть не убился. Броня, что ли? А, он выстрелил. Хорошо. Так, сколько нам получается, надо будет пройти? Около 5 раз надо поиграть. Жалко, что прокачки нет. Скорострельный, что-нибудь такое. Так, ну еще пару раз. Эй. Они стали быстрее. Ловче и умнее. Так, с самой ложки еще можно 30 очков срубить. Так, ну, по идее, на последний раз по 5 дают. Здесь сколько? 30-50 очков за один раз, плюс 30 с инопланетян. Ладно, еще разок. Так, конечно, долго получается. То есть инопланетяне как шестерых убить. Очкам разные дают. Первые ряды меньше дают, по 3, по-моему, очка. А, хорошо, одну монету получили. Переключаем. Крутим.
посмотрим, что здесь у нас за игра. Так, равно ключ. Не запоминать надо было. Право, влево. Так, сбросить пробел. Так, хорошо, значит, нам надо сюда. Не сюда. Так, они как-то... А, вот наверх, потом вправо. Вот как-то так. Так, пока не очень понимаю. Сверху у нас что, красное, желтое? Красный в красный надо закинуть. Только так. Так, хорошо. Что мы здесь сюда можем попасть? Сюда не надо, наверное. Так, это влево не закинем, значит, это надо вниз. Вниз мы ее уже не опустим. Сюда, а вот наверное, сюда тоже не очень. Здесь мы не выйдем. Так, мы по-любому ее наверх закидываем. А это мы уже не сможем. А ну это наверх. Нам надо это опустить как-то вниз. А вниз мы ее тоже не опустим. Так, конечно, интересно. Ладно, попробуем что-нибудь так сотворить. Подвигаемых. Так, ну, кстати, может быть, вот, мы же так ее можем переместить. Это, наверное, здесь должен был стоять. Как-то так. Отлично. А, и все, можно просто выйти. Ясно. Так, хорошо. Так, зря это сделали. Так, надо поднять. Вниз, налево не уйдем. Как-то не так. По-любому опустить, поднять сюда. Уж самое получается, что изначально. Так, где-то надо наверху его оставить. Наверху оставить не получится. Так, наверное, да. Все понятно. Так, и пятый уровень у нас. Заключительный. Так, уже видимо что-то не так. Так, может быть налево, влево. Это вряд ли. Начало вроде бы такое. Так, что-то примерно
Это, по-моему, сдвинуть надо. Или нет? Так. Это по-любому направо, вниз, этот налево. Мы выходим. Дальше надо что-то с этими мутить. Этот наверх. Если мы туда затолкнем, это будет печально. Все, дальше мы уже ничего сделать не сможем. Да как бы и так не очень получается. Так, ну только если как-то так. Это, наверное, наверху должен. Наверх мы его пока не можем засунуть. Так, не очень все это понятно нам. Здесь без вариантов. Это точно неправильно. Здесь тоже. То есть, по-любому, первый шаг у нас направо. Это, по-любому, налево. Дальше у нас вариант только сюда и налево. Дальше. Вот здесь уже открывается вариант. То есть, можно вернуться сюда. Ок, от этого немного. Сейчас вот надо сделать с этим. Если мы его поднимаем, то дальше мы ничего сделать не можем. Соответственно, его поднимать не нужно. Так, вот что-то лучше уже. Теперь это надо как-то поднять. А это, наверное, опустить надо. Тогда мы не выйдем. Опускаем, засовываем сюда, наверх, вот. Правда, лучше, правда, теперь вниз мы не спустимся. Так, вот так вот. Да, пятый был такой себе. А монетки еще не забрали. Заработано достижение геймер. Мы еще в третью не поиграем. Мы тоже сыграем. А, третий у нас не работает, к сожалению. Ну ладно, пусть будет две монеты у нас. Но это печально. Я думаю, будет третья какая-нибудь игра. Могли бы какой-нибудь Pac-Man запустить. Так, возможно, мы сейчас две батарейки возьмем. Вообще, нам там в баре надо было, были монеты, но они нужны были для бочки. Бочку мы уже забрали потом. Соответственно, там, наверное, не нужно ничего уже. Возможно, две батарейки нам надо. И две батарейки. А куда их? Что-то я сомневаюсь, что этого надо вызволять. Попробовать, конечно, можно. Так, куда можно две батарейки засунуть? Так, во-первых, надо в бар спуститься, посмотреть, как те там братство черных шляп плавает.
А, вот сюда, наверное, две батарейки надо. Вряд ли. Посмотрим на братца сначала. А, это все соединяет, все одна комната. Один дом. Масло, 3 монеты. Батарейки есть. А, еще веревка какая-то есть. Что мы сделали? Что-то типа аккумулятор, только я опять же не знаю, куда его. Ей не нужно. Ты будешь еще играть? Так, но вряд ли это нам нужно. Ладно, с ним все равно играть нам уже не нужно. Надо найти, куда нам засунуть батарейки. Остается только вот эта дверь. Сможешь все-таки сюда куда-то? Нет. Так, хорошо, если мы обратимся вот к этой подсказке. О, опять так. Нет, так я не хочу. Слишком долго. Ну, конечно, хорошая подсказка будет. Слишком долго. Может, тебе батарейки нужны теперь? Колбасится тут. Либо сюда воды обратно. Мы еще можем к этой. Так, ладно, я пойду гляну тогда на сайте вообще, что нам дальше делать. Так, прочитал. Я понял, почему я... Так, понял, почему я не знал, куда их использовать, потому что мы не подходили к тому персонажу. Соответственно, у нас ничего не требовал. Так, здесь можно, наверное, разобраться. Нужно эти батарейки охранника, а мы к нему не подошли. Здесь как-то спустились. А, мы здесь подсолнечное масло сделали и спустили сразу. К нему мы не подходили. Вот, Пиран нам говорит, что ему нужны батарейки. А я этого не знал. Отлично, нас пропускают. Я думал, что упадет. Так, ты, конечно, опасненько играешь.